Акция «Живая память поколений» стала уже традиционной в Луганской Народной Республике. Главный символ победы – краснолучане передавали на священной земле Миуса. В торжественном митинге приняли участие руководство города, депутат Народного совета ЛНР, представители городской администрации, школьники, молодежные активисты, жители, а также почетные гости – ветеран Великой Отечественной войны, воин-интернационалист и военнослужащий Народной милиции ЛНР. Чтоб в дни роковых потрясений и душу, и память спасти – и огромную связь поколений сквозь все времена пронести. Сегодня, 8 мая, во всех городах и районах Луганской Народной Республики проходит акция «Живая память поколений». Акция, которая стала уже традиционной в нашей республике. Алый стяг победы. Главный символ этого мероприятия. Главное действующее лицо. Главная святыня, которая сегодня передается из рук в руки представителями нескольких поколений краснолучан. Григорий Михайлович Бокарев с 1943 по 1945 сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня в строю, и он является примером мужества и героизма для подрастающего поколения. Григорий Михайлович Бокарев передает знамя победы воину-интернационалисту Александру Петровичу Дептя. Ветеран войны, участник боевых действий, награжден благодарностью афганского народа. Знамя победы Александр Петрович передает представителю сегодняшних защитников Донбасса, военнослужащему Народной милиции Луганской Народной Республики, отдельной артиллерийской бригады Анатолию Евгеньевичу Хворостянко. Именно в их руках сегодняшний мирный день нашей Луганской Народной Республики. Анатолий Евгеньевич Хворостянко торжественно вручает гордый стяг представителю молодого поколения. Флаг победы вручается студенту краснолучского приборостроительного техникума Роберту Волошину. Сегодня Роберт является образцом патриотизма. Он сегодня своим делом проявляет свою любовь к родному городу, участвуя во всех наших мероприятиях. Пред строем застывших серых колонн изведала путь от Москвы до Берлина под залпы орудий в огне моего. Оно отражалось румянцем на лицах и глазах, не мигающих жарким огнем. Под знамя победы чеканили шаг. Стоят ветераны. 9 мая. Редеют ряды их, познавших войну. В те минуты торжественно поднимается на флагштоках всех городов и районов Луганской Народной Республики. Подхваченное майским ветром, реет оно над нашим городом, напоминая всем нам о том, что именно мы, потомки победителей, хранители памяти, хранители истории этого великого народа, который 74 года назад одержал победу над фашизмом.